Вы реально думаете, что я утону? Начнем, пожалуй, с момента, на котором закончилось прошлое видео. Вон вода сплошная, блядь. У нас проваливается жопа под воду, блядь. А теперь давайте узнаем, что было дальше. Прям посередине там долбоёб. Вон вода сплошная, блядь. У нас проваливается жопа под воду, блядь. Давайте еще сюда спустимся. Нам же нужен экшен, мы снимаем экшен, потому что экшен контент. Мы застряли. Ёб твою мать, нас льдом сносит туда-назад. Смотрите. Ему похую, мы просто скатываемся назад. Включаем заднюю передачу. Так, окей, мы не провалились. Это то, чем стоит реально гордиться. Мы что, даже не провалимся сегодня, что ли? Просто лед лежит. Под нами там провалился лед, кстати говоря. Обожаю задний привод. Зацепляются просто, блядь.
Ну что, друзья, все, вот наш выпуск подошел к концу. Я сейчас уже приближаюсь к дому, поеду домой. Буду монтировать для вас видосик. Кто остался до конца, вам большой респект. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока.